Территория, окруженная домами 2, 2А, 4 корпус 1 по Британскому проспекту, 1 и 1А по улице Советская, место притяжения детворы со всего квартала. Здесь и детская площадка с резиновым покрытием, и спортивные турники, и скамейки для отдыха. По приглашению жителей территорию осмотрел глава городского округа Андрей Булгаков. По весне и после дождя площадка местами подтапливается. То есть надо сделать здесь такое же покрытие, как и здесь, резиновое, да? То есть ты мне такую задачу ставишь, как главе города. Все, до 1 июня я это сделаю, хорошо? И еще покрасим, и будет красиво. Потом приеду, мне покажут, как тут навели порядок. В планах развития территории – благоустройство народных троп, установка фонарей и освещения. По результатам обхода в план капремонта включен проезд с односторонним движением у домов 1А и 10А на Советской. А можно было бы вас попросить площадку, вот там, может быть, баскетбольную? Где? Вот там, чистое поле, есть. Да. Где вот место, вот если найдется, потому что... Здесь как, где ближайшая спортивная площадка? На Свирской, 12. Глава поручил проработать вопрос об устройстве площадки для стритбола, а заодно и дополнительных парковочных мест, исходя из пожеланий жителей и расположения коммуникаций. Вторая цель комиссионного выезда – осмотр подъездов по новому чек-листу, который был специально разработан правительством Московской области для комплексной проверки содержания жилых домов. В чек-листе десятки позиций, начиная с информационных досок с номерами телефонов экстренных служб и графиком уборки подъезда, заканчивая работой лифтов и мусоропровода. Выбор пал на дом 2 по Пролетарскому проспекту. К работе управляющей компании «Альтаир» и «Округ 17» у главы и жителей претензий нет. В подъездах регулярно проводится уборка. А вам как уборка в подъезде убирается на первом этаже? На первом-то убирается. Каждый день, да? В этом году в подъездах будет выполнен ремонт, заменены почтовые ящики. Постоянный диалог сотрудников УК с жильцами позволяет оперативно решать вопросы содержания дома. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.